кстати. Ладно, дорогие товарищи. Кодзима гений. R4-1. Понеслась. Поехала. Я все время с племянником угораю по поводу этого, когда японского премьера-то убили. Синадзе Абе, или как его звали. Да, там было. Чувак-убийца был похож на Кодзиму. То есть я похож на Кодзиму. Там все угорали, Кодзима гений. Кодзима убил этого премьера. Вот ты и выжил это сейчас. Сейчас тебя стрим потом удалят нахер. Шуточки за 300. Капча за 200. Угадывайте. Это как это капча, да, на которой могила одни и надпись «Найдите мотоциклиста». Шуровые шутки. Взять жесткие диски, заебись, продадим на вид. Да, только здесь, конечно, их лучше это каждый ящик пересматривать, потому что можно проебать. Там будет папочка прон. Ну, видимо. Оп, там будет папочка порн. Будет музыка. Так, что-то у нас. Че, везде надо искать? Или все-таки попробуем найти этот самый терминал? Нет, я имею в виду то, что ящики, которые видите, лучше их осматривать, потому что можно так их прохерить. Слушай, тут я так когда... сервера гудят. Сломать сам. Если я буду орать, извините, я же игру вспоминаю. Антидым нашел. А как тихо нашел? Я нашел дым. Я большого жирного нашел. Да. Или мне кажется. Если что, у кого-то слышно разговор дома. У меня. Блять. На зомби смотрю, думаю, что он трясется, пидор. Я же просто стою. Пипец, тут серваки гудят. У дубинки тайм-аут есть, да, сброса? Твою мать. Да, у всех. Правую кнопку нажимаешь, чтобы отменить атаку, по-моему, так. Не, я имею в виду, если я держу, она это сбросится. О, что-то нашел. Что тут лежит. Да. Она ударит потом, через какое-то время. Ты да это самый дым возьми. Вот здесь вот. Разраб. Вы вообще не обращаете внимания, да, на карту? Что? А, у нас здесь дым, я думал, это нормально. Давай, пошли. Разраб. Выйду. А, короче, Хикс, мы с тобой вдвоем, они там вдвоем. А так получилось. Ой, вижу, там бежит дурочка. Она уже все. Совсем дурочка. Да блин! Вот, молодец. Сзади ее, пока она на меня отвлекалась. Она симпатичная. Кто с бигудями. Волосатая. А у меня палок нету, к сожалению. Не кинуть, да? Че, вы там открыли что-то? Да, мы уже назад возвращаемся. Все, игра пройдена. Мы уже прошли. Я себе нахапал. Я себе жестких нахапал, вообще кучу просто у меня. Тут SSD-шники есть. SSD-шники, блядь. НВМЕ. Да, НВМ-ки. НВЕ. А здесь простая проверочка. Давайте, подходите. Нам он лес. Терминал не нужен же, да, никому? Где? Он шагом спонтовый. Терминал. Терминал? Подожди, где терминал? О, терминал. Там вот был терминал. Я не знаю, как, блядь, его показать. Первая кнопка. А ты нарисуй на этом самом. На карте? Да. Ну. Давай откроем дверь, а потом будем рисовать. Окей. Окей. Let's do it. А ты чё, нахрена турель ставить? Это нулевая дверь. Разраб, давай к нам!
Никита, она без алярма. Это дверь нулевого дня. Подними турель. На всякий случай. А она нулевая. Фундамент поддерживаю. Я узнаю, что такое нулевая. Просто проверка. Да, терминал я пропустил. Просто сзади зомби. Да, так, давайте я тогда антидымки, не надо. Кинул. Ящичек. Не шифтить. Не ходить. На корточки сядьте. Так, выключим. О, терминал нашелся. Что там у нас? Так, а здесь что? Так. Почему не шифтить? Потому что, блядь, некультурно шифтить человек. А я с фонариком дебил хожу, а? Ну ты молодец. Лизон 30. Ага, здесь 8 дисков, значит. И Query HDD 379. Так, зона 35. 290. Ждите, прошу, не надо. 35 5 7. Да блять, где это пиздота, блин, а? Ёбаный в рот, я не вижу её. Что такое? Что у вас там? Мочалово? Надо к вам подсоединяться? Нет, всё не, хорошо. Ты давай, там, терминаль. Ты программист, ищи. Там 35-я, 34-я зона, так. А ты точно программист? Нет, я тестировщик. 33-я зона. 5-5-0. Так, отойдите от экрана, пожалуйста, кто бы там не подошел. Это опять 33-я зона. 6-3-6 и 2-9-4-4. Что у нас получается? 30, короче, 33-35-36. А как вам подняться-то, а? Так, вы там где-то наверху, вы уже там зачистили все, да? Блин, не совсем. О, здесь док-миссия есть. Да. А может мы с тобой, Хикс, ее проходили? Пытались пройти. Не припоминаю. Так, что-то я потерялся. Ни хрена не вижу, блин. Терминал. Да. И где вы там? Антидым. Как вам дойти, блин? Ёкарный бабой. А вот, нашел лестницу гремлины. Тогда я тоже не искал. Пипец. Это не пипец. Да, я тебе полечу. Постой, пожалуйста. Ты кто? А, ты с Рейвеном разговариваешь. DC-542. Тут терминал есть где-то рядом? О. Вот терминал. Давай, тогда этот самый, тебе нужно... Ну, ты ж программист. Да ёпта. Так, что искать? Ну... Да ничего не ищите, пошли двери. Bulkhead DC-542, хотя бы где она находится. DC это... Вот это... Подожди, нет. DC это вот это... Это вот эта херня. Это вы не то. Нам нужен Bulkhead K. А, ну точно, там же ключи эти. А, так, блин, я взял эту... Не-не-не, давайте сюда, ко мне. Возьмите дым, пожалуйста, а то я, блин, взял эту... Давайте, я возьму. Разглушку, она там... Бля, я помню, как прийти-то вообще. Дверь надо открывать, да? Так, лист, окей. Что там с ключами у нас есть? О!
677 зона вопрос, 157 зона вопрос. Скажите, а где Кори, Балк, Хэд, Кей. Дым где-то здесь был. Вот. Нихуя, я вот говорю, открывая эти ящики, смотрите внимательно. Вы ящик открыли, а ЖДД не подняли. А я там не был, это вы просмотрели. Наверное. Я его не открывал, этот ящик. Я не могу дым взять, он не активирует. Меня у меня тоже, кстати, я поменял, и он все сдох. Короче, я один ключ балкхед, один в зоне 36, другой в зоне 61. Где этот дым? Так, зона 61 вот здесь. Какой-то ключ. Балкхед DC 542. Не знаю. Я взял антидым. Взял? Но я не мог. Куда идем-то? Что делаем? Ко мне. Вы где там? А, блин, пипец. Нет, пизжу, не сюда. Набрат. Ну, наверное, туда, направо, там, где двери, да, были синие? Да. Потеряться и забыться. Эту не трогать. Типа там отход какой-то? А, нет. Ага. Что там у нас? Теперь смотри, одну турель, идем со мной. О, я помню эту вместе. Мы, да, проходили ее. Вот на эту дверь. Ну, точнее, одну не проходили. На эту дверь. А? Ко мне. Один ко мне. Один ко мне с турелью. А, ты вот где? Ты где, ёбарас это. У меня турель-дробовик, мне ее надо в хорошие узкие места. Вот тогда сюда ставь. Ну давай тогда. Хорошо. И у нас получается еще одна дверь и все, правильно? Правильно. Я-то куда ставлю? А ты тогда ставь вот сюда. Вот на этот квадрат. Прям вот на этот. Пойдет? Да, пойдет. Запускай. Ты, подожди. А это чья турель? Ну это... Разраба? Я говорю, что не пойму. Не пойму, думаю, вы с кем там. Убрать или что? Вот это чья? Да, она подстрелит нас, если что. Будет больно. Давай ее вот сюда идем. Кто с турели там ходит? Еще одну сюда. Вот сюда. Ну смотреть куда? Вот в эту дверь. Так, что-то у нас центре ган всех. Всех понаставил. Все, погнали. Блин, ну, она тупо на лестницу смотрит. Надо было здесь поставить. А, блин, не-не-не, нормально. Тут второй аларм быстро отобьется. Mm-hmm. Тем более я же со сканером, а вы по точкам. Там на вас пошли. Через центральный. Бля, точно сканеры эти. Все что ли? Или еще одна будет? Точно. На вас все. Эй, блин. Кто-то больно большой, да? Уже нет. Большой, да не очень. Зона 34, зона 35, а это у нас зона 36. Так, что там за детская? Грин, заберите, кто там не забрал. Это я не забрал. Я свою забрал. А, это обозначает, что это моя турелька розовеньким этим ромбиком. Так, что вы там уже... Куда-то свалили там. Ага. Что-то какие-то быстрые, а? Как будто уже 30 лет играете. Ой, экзоскелет. Ёбаный в рот. Что там? Кто, где? Кого-то разбудили. Да, их тут много, оказывается, было.
Вижу. Ой, извини. Стрелять не надо. А птичечка. Турелечка. Хиль меня. Так, на тебе еще. 62. Хикс. Доктор. А у меня 44. Ну, иди. Я могу потерпеть, че? Не, ты не можешь потерпеть. Тут. Хикс. Мне не надо. Хикс, ко мне. Я сейчас, я тут. Пописать срочно. Дверь нашел. Хикс к ноге. Заберите тулку. Да, вот еще тулка. Лучше бы эту, как ее, мама, папа. Ну ты сразу же и раскидывай. Че держать? Я главное, чтобы не до 100%. Так, дробовик. Все. Ну, дроби надо. Тулку. Тулку заберите. Вот здесь тулку заберите. Ага. Ба-бам. Забрали. Так, что там у нас? Сентриган Хикс. У меня аж не было процента, еще достаточно. Давай я тебе дам. Так, я себе забрал. Сам себе примени место забрать. Да. А у меня будет. Так, у тебя Хикс. По половине. Сейчас найду я вам патроны. Вот вам патроны на два раза. Так, Жомский Динск у меня один, да? Или два, я не знаю, как-то нет. Один. Так. Ты чё у нас? А мы, да, нашли Банкхед, да? Это круговая, да, булку нашли. Где-то тут был. Вот. Булка помечается красным квадратом, вот она. А доп. Задание будем проходить? Ну да. А в любом случае. Даже не обсуждается. Тут, по-моему, баг случился, и когда ты заменяешь предметы, у тебя они потом неактивные становятся вообще. Смотрите, сейчас встаем на главную, тканем ее до 70 и уходим на второстепенную. Что за хитрый план? Чтоб потом не ждать долго. О, привет. Так, срывали. В конце же? Ну да. Слушай, Рейвен, а ты не знаешь, тут какая-то миссия есть, где на поверхность, что ли, выбираются люди? Да, есть, не одна. Как-то там что-то телепортируют, что ли, да? Да. Ставьте турели, это... быстро. Одну вот сюда. Ко мне отходя. Так, все обратно. Кикс, назад. Чего? Назад, сюда. Общий, я турель хочу поставить. Ставь. Ай, не туда поставил. Ебать, это мог. Так, кто тут ходит? Хикс. Турель, ты страшно вставать. Ну да, есть такое. Вот там еще одно место. Меня уронили. А. Так, блин. Так. Нет. Все, назад. Отходи. Блин, все не перезаряжены. Пипец. О, еще там. Большой пришел. Понял. Это еще не все.
у меня 1% здоровья. А что делает шприц, кстати говоря? Какой? А там 1-1. Желтый или красный? Сейчас скажу. Желтый. Желтый повышает тебе адреналин, но делает тебе заражение. А, тогда нахер нужно. Так, что там у нас по турелькам? А винт что делает? Что? Ну, винт. Какой винт? Ну, тут местные винтовары просто наварили мне. Немножечко. Винта. Ага. Так, сейчас. У кого тут что есть? Сантриган, сантриган. Ну, там, у меня трекер не понял. Я понял, да. Грибы подогнали, да? Да-да-да. Один перед дверью сидит. Цвет. Камера. Мотор. Мотор. О, палки-бросалки. Меня приложили. А якор на бабайчик. Да ты где, блядь? Спасибо. О, я нашел компьютер. Я батарейку нашел. А-а-а, а, есть. Это, ну это ты ее нашел, а я подобрал. Блин, ее надо таскать с собой. Целку-то куда таскать? Так, а что нужно делать-то? Мы ее еще не. Она у меня в руках, вот. Все, я понял. Идем со мной. Так, что там? Я могу бросить ее. Не-не-не, пойдем. Она нужна. Так, Ардроп, ты где? Ага. Я тут. Так. Вставляем? Да. Заурчала машина. Алярма? Да. Третьего класса. Блять, они сейчас пойдут сейчас из двух дверей. У меня патронов нет, ни у кого нету это. Ну у меня есть патроны. А, у меня есть, кстати, патроны, да. Где ты? Удали. А, давай сейчас. Дальше. У тебя только один ресурс. Все, спасибо. Так, автоматический пистолет, ПОС 55, Хиггс, да. Сейчас. Мне бы тоже, у меня совсем мало осталось. Держи, все. Там пока. Что у нас за зона тут такая? Непонятная. Там нет ничего. Угу. Рефилка. Потом нам надо будет идти вот в эту дверь. Какую? Вот ту. Но это потом, не сейчас. Че, вот тут все зачистили, что ли? А, да. Нет, подожди, это. Что у нас? Батарейка, да. 61Е. Ну, вначале в трешечку, да, правильно? Это... Сначала в центральную. Ну там, где аларм 3. Их стой, да. Угу, спасибо. А, я думал, у вас фотка на память. Селфи. Да. Селфи-палка. Короче, смотрите, здесь как бы пойдут с двух сторон, как бы и сами думайте, куда ставить турель, потому что, ну, здесь похеру. Ага. Они и оттуда пойдут, и оттуда пойдут, скорее всего. Да здесь на мосту поставить, да и все. То есть с обоих дверей нам просто. Нам надо будет вниз бегать, не забывай об этом. Они же могут это самое. А у кого-нибудь есть эти?
Антигеморрой? Да, антигеморрой, да. У меня есть три штуки. Вниз нам куда надо? Но рановато ты начал кидать-то, конечно. Вот эти точки я кидаю. А, это не ты, а, это Рейвен. Ну чё, тогда надо ставить, чё ещё тут делать, а? Так, ну там справа дверь сверху получается, да? Справа и слева сверху двери, да, всё. Ну может перед дверьми поставить? Они будут проходить через нее, лучше снизу где-то ставить. Угу. Ну я вот сюда поставлю, чтобы не... Как поставили, давайте сразу на мост. На проход ставили. Да, вот так поставлю. Все, мост. Так, у нас получается не защищена правая сторона, а сильно. Сейчас разберемся. Слева пойду. А, все, побежали. Расходиться. А, блядь. Так. Куда нас вывело-то, а? Это кластер. У кластера точек больше, но они проходят быстрее. Ай, меня убили. Ну, в смысле, завалили. Так, а где ты? Я на лестнице. Ай, я меня тоже рядом с тобой. Ох, блять, как их много тут. Я пока на мост. Ну, надо разобраться, что происходит. Тут катеринка поработает. Патроны, блядь. Есть. Fucking help me. Yeah. О, спасибо. Help. Так, мы все сделали? Да. О, хотя бы. Блин, конечно, тут автопистолет. Он такой специфический. Либо странно, даже нет никого. Типа, здравствуйте. Обычно просто здесь скал. Ну, видимо, какой-то... О, палочка залетела. Да я, блядь, психикую, никого нет, ма. Это ты подумал про скаута и палку бросил? Нет, я только на тех мохнатый. О, чапи стоит. Но если чё, скаут это женский рот. Да, я знаю. Это который с волосами, да? Линами, да? Да-да-да. Да, мохнатые. С дредами. С Димками. Аптечка. Что там происходит? Кого-то жрут? Кто-то посрал, кто-то дома. О, антидым. Что там нужно? В натуре четко. Банкомат какой. Умеете? Могете? Так, я здесь. Где? А, я, блядь, здесь. Нам здесь терминалы надо найти. Да, было бы хорошо. Терминал где-то нет, был тут. Нет, нам нужны терминалы, чтобы отбиваться. Там оплинки будут. Это когда будет вылезать, и надо будет говорить, что вылезло? Да нет, я как бы и сам могу смотреть. Ну, в любом случае, это же веселее, когда один говорит, а кто-то такой, я хакер. Не, просто видишь, как бы тебе сказать, у всех разные произношения, и каждый слышится по-разному, так что лучше самому смотреть.
вообще не понял, о чем. Так. Терминал, значит, здесь, да? Мама, ама, терминаль. В общем, беда с патронами, да. Что тут у нас тут такое, кстати? ХДДшечки у нас-то. Лист ХДД. Не, здесь ХДД. Не, ХДД, я в целом хочу посмотреть, что есть. То есть, еще 5 штук можно надыбать. Ну, не в этой зоне, конечно. На себе. Кого там заели? Меня. Я вроде двоих убил, а тут третий вылез. Ты же с медпаком бегаешь, ты че мозги ебешь? Я экономлю. Не, ну правильно. Let's get snooze. Ага, поснузим. Spice must flow. Артефакт смотрителя. Смотрителя убежище, блять. Fallout Shelter. Ой, ты где терминал-то? А вы когда-нибудь читали логи, которые там? О, кто-то здесь. Скаут. Скаутит. Я логи не читал. Там типа какой-то лор должен находиться, но я пока что... А вон скаут, вижу. Есть скаут? Да-да-да-да-да, вот там прям за колоннами. Я скаутов не умею убивать, поэтому я посмотрю, как делаешь ты это. Ага. Он делает, ну, это смотрит. Так. Блять, а где? Так, тут у нас терминаль. Уходит. Что-то там пошло. Блять, кто сагрил? Не подходите, отстреливайтесь. Отстреливайтесь. Ой, бля. Это иначе он сейчас... тебя убил или я по тебе стреляю? Он меня убил. Ой, меня тоже коснули. Бляха, муха. Пипец. Что, у меня патроны там будут. До свидания. Че вы там? Дред. Да-да-да. Вы, блядь, подперли, идите, пожалуйста. Я херню сделал. Суки. Я побежал к вам, а там еще тут полный коридор этих. И всех сагрил, сука. Блять, два патрона. Последний. Только не трать их на себя. Блять. Вот она, пизда такая. Где пизды? Все, я умер. И 4 патрона было. Тюрелька моя осталась тут. А Хикс, ты еще живой? Отбил, по-моему. Я живой, живой. Там одна теточка осталась. А вы что, все что ли? Да. Меня Витали, ёбну. Я видел, да, ты прям на моих глазах. Я просто стрельнул, и ты упал. Я думаю, я тебя что ли вальнул? Не-не-не, я просто... Виталий уебал. Ох уж эти Виталики. Хорошо, тебе... А я на панике бегу, ищу, на какую кнопку турель поставить. Это я запомнил, если что. Когда с ботами проходил. А, еще ж тут как-то пиздеть можно, что-то там. Сделай это тут, там, сделай это там. Не помню, за... Да, через Кью. Х. Да. А, да. Вот. Там много, конечно, не напиздишь. О, еще терминал. А вот это, наверное, уже наш. Нет, это не наш. Блять, а где наш? Так, кого подлечить? Ну, тут смотри по этому. И подзывай, себе, говори. Тут да у нас у всех одинаково. Мне потом, у кого там? Погоди, стопэ. Давай я тебя подлечу. Не, вы хильте себя. Нет, себя хильте, потому что я сейчас буду на терминале. Ты не убежишь. Я буду на терминале.
Ты не сможешь от меня скрыться. У меня 3 патрона на одном оружии, 3 патрона на другом оружии. А у меня только 4 на... А вы тот, а мы пак поднимали, который я помечал? Нет, который ты сказал давно, 100 лет назад, я его так и не нашел. Мне 5 патронов на ППшке и 3 магазина в пистолете. Турели заряжайте. Турели 74%. О, турельки. Так. Вам надо мопаки, да? Да. Тул рефил пак. Так, сейчас подожди. 52. Так, Рейвен, у тебя было это самое. 51. Дисков-то надо найти. 43. На себе. Так, товарищи, вы где разбегали? 6 дисков было, да? Это сколько надо? 8. Слушай, а... 8. Ловите амопак. Некоторые... Так, пинги пошли. Да. Хикс. Нашел. Ага. Четверной амопак. Отлично. Себе, себе заряжайте. И еще палочку. На тебе еще. Спасибо. Что ты там нашел? Почему некоторые контейнеры и ящики оранжевые, а некоторые серые? Здесь палочки. Серые — это те, которые уже залутанные, а оранжевые — это там, где могут лежать палки. Как? Короче, если прям ярко-оранжевый, он закрытый. Если такой, как с полосками, он открытый, но в нем что-то лежит, значит. А, понял. Просто встречал такую ситуацию, когда вроде ничего нет, а все равно оранжевым светится. Ну, там могут быть палки, просто их не замечаешь, как показывает практика. Понятно. Так, у нас получается что? 61-й Так, а мне можно этот... Кого? Амупак. Да, у кого есть? У пацанов. На тебя. Мне потому что во. Все, больше ничего нету. Интересно, 58, да, там просто было, а этого 0. Надо как-то одинаково сделать. У меня потому да? что пистолет большого калибра, вот сейчас 27 патронов всего нет. Пацаны, мы в 33-й зоне потеряли медпак и амопак. Да. В 33-й зоне? И в 36, и в 36-й амопак. А мы там были в 36-й? А, вот точно. Ну да, пойдем. Пойду схожу, что ли. 36-й и 33-й, да? Да, в 33-й можете прямо на терминал встать и пингануть. Угу. Вот так. О, да, не говори. Кто-нибудь со мной пойдет? Я пойду, давайте, пошли. Потому что все равно, если там несколько, то... Так, в 33-й и 36-й, правильно? Сейчас, блин, начну разобраться, как отсюда выйти нахрен. Муравейник, он такой. Да, сладкий, как скотина. Так. Так, 62. А вон туда, блин, пипец. Это не пипец. Я не пойму. Ты не поймешь. Что? Он выйти не может. Ориентируйся по карте. Да я по карте смотрю, вроде проход есть, а по факту нету. Вот за мной. Да, по факту только задний, да? Угу. Ну, потом будем искать, как зайти, блядь. По вкусу вкусно, а по сути вкусно. Да, блядь, ебучий туман. От лестницы направо, не ошибешься. Так. А вот эти двери. Нашел. Так, теперь. 33-я зона. Но ты в ней и находишься. Да, я вот как раз таки иду в направлении. Давай, я пингану, а ты иди за Ану. Ну давай. То есть оранжевые ящики — это типа на карте пустые, да?
смотри, открой карту. А вот я нашел дым. Вот оранжевый. Смотри, вот такие вот, да. Вот такие вот. Они это открытые, что? Оранжевые, в них что-то лежит. Ага. Когда они вот, прям вот ярко вот. Нет, вот это такой. Тоже открытый. Это тоже открытый. Вот. Ага. Но там сейчас лежит дым. Вина тут не лежит. Ну так, или так. Может быть баг. А когда он вот именно вот такого цвета, прям ага. Ярко-оранжевого полностью, это ага. Значит закрытый ящик. Даже так, да. Понял. И там по-любому нет. Что-то есть. Так они вроде все одинаково оранжевые. Ой, нет, пенный... нет, нет, нет. Смотри, открывай карту. Ну я вот вижу, вот, вот, ты вот там этот ты говорил уже? Вот. А теперь приблизь прям на максимум. А здесь колесико. Зумбик есть. Ага. Ёпта. И вот смотри, видишь, как дверь вот прям ярко-оранжевая? Ага. Вот когда он полностью такого цвета, значит вот это закрытый ящик. А, ну, я понял. Я думал, ты просто именно этот имел в виду, что он типа полностью закрытый. Нет. Ама нашли? Нет. Ты пингует-то. Что взять, три антидема или одну пенную гранату? Пенную гранату. Хорошо. Мина, пена, биотрекер. Ну если что, здесь антидым тоже есть. Это, кстати, вот эти места, которые, как я говорил, вот это лежит просто на полке, да? Ну, из шкафа. Бывает на полке, да, лежат ресы. Но это очень редко. Ну вот тут, да, антидым и хуйня. Вероятность fire резиста крайне мала. Так, давай-ка еще раз. У меня бесконечный пинг стоит. Угу. Я вижу пинг. Зона А. Да-да-да, бегу. А, это туманная, это... Туманная, это зона дурацкая. Взяли уже что-то, что надо было? Не, в 36-м мы не были еще. Так, ну да, мы этот еще не открывали даже. Так, забрал. В 36-м терминала нету, да? Не пропингуешь. Ты же говорил, в 36-м что-то было, да, еще? Медпак, по-моему. Я сейчас еще вот здесь терминал. Пингану медпак. Так. Хилиса же надо, правильно? Ищите медпак. Так. Зона Б. Квари, ХДД. И амопак тут. Амопак 610. Не, подожди. Лист зон 33. Я вам медпак пингую в 33-й зоне. Угу. Так, подожди. А вот он, вижу. Еще одно не открытое. Но у меня уже амопак. Ну пусть кто-то другой заберет. Ну вот. Ну кто там, Никит, ты ближе? Я в 36-й амопак ищу. Да ёкарный бывай. Там в 36-й медпак, по-моему. Нет, амопак вот. 610. Аптечечка. Сейчас тебе скажу, что 36-й. Так. А, амопак, да. Угу. Где он? А, вот он. Лист зон 36. Берите медик. О, подожди, ты в 36-й, да? Да. Пинг, да. Мы вот 61, а не ходили, да? Там два шкафа вроде. А, я понял. Ну, ладно, потом. Там рефилка и амопак в этом самом. В 36-м. Да я вот не пойму, где он, просто надо что-то кто-то пинговал. Но это нужно непосредственно вот, пойти. Вот терминал. Да. А рядом, рядом со мной, вот в этом вот, в 33-й зоне, находится... Я вот иду к тебе. Давай. Блядь, я не пойму, как тебе попасть, я не пойму. Наверх, что ли? Сейчас. А, я... Есть. Нашел? Пинговался, не могу понять, где. Здесь. Сейчас, нет, тебе пинговали другое, наверное. Да, забирай. Не, я сам пинговал. Все, пошли нет, отсюда. У меня два заряда аму. Да что ты будешь делать, а? Че? Сейчас прибежим все. Забрали уже все, что нужно. Где моргает? Так, вот туда. Туман этот просто жуть. Ну вот, все опять я вижу, да, сейчас, подожди. Слушай, там... А, не
беги, не беги, не беги. Я только что здесь был. Да вроде здесь никого нет. Да, вот, нашел. Так, лист. И где? Вот я тоже сюда пришел, не нашел. Сейчас, подожди. Подожди. Пинг. Третий раз попытка. Амупак 610. Да. Подожди. А, пинт. Пинта патронов нужна. Зона Б. Нашел? Вижу, что наш. Так. Давайте я вам разолью. Кого там? Тул. А хотя, блин, рефил. Ну, пистолет полный. А, тогда ага. Нет, тогда не дам. Вот я Торетто дам. А, что там? Ну смотрите, я с пистолета смоляю как больной налево-направо. А что за фигня? Что ты ищешь? В зоне 36 есть рефилка, показывает. Но 7.36... Превышен интервал ожидания. Что за херня? Ну-ка, дай посмотрю. А ты точно программист? На C или на Паскале? Так. Или на Питоне? Так, Хикс, иди сюда. Если ты ничем не знаешь. Его подобрали, потому что. А, подобрали, да? А тогда не надо, не иди сюда, у тебя слишком много патронов. Ну вот вы меня обижаете, а? А вот Рейвен. Рейвен. У меня есть амапак, мне не надо. Ну так и надо. Смотри. Раскинуть все-таки. Смотри, у меня есть антидым. А махнемся. Так. Антидым, не махнемся. Сейчас, подожди. Лист. Сейчас еще раз гляну. Не, все, 36-я, 33-я пустые. Сейчас. Пинг. ХДД. 6.6. ХДД здесь тоже нет. А в смысле нет? Он же указан в 36-й зоне. Что за ХДД? Да. Или все в 35-й осталось? Ну, у нас осталось собрать 3 этих. HDD. Угу. ЩДД. ЩДД. Да, да. Ай, блин. Твердые диски. Тридцать пять. Нихуя я тут, блядь. Угу. Разработчик, а тебя не слышно. В 34-й зоне один. И 6.36. 35-й, 36-36. Угу. Да. Короче, один в 34-й, все остальные в 35-й теперь остались. Ну чё, попёрли? Куда мы теперь? Обратно на допку? Нам нужна целка. Ну, целка, да. Потому что 35-я, она под алармом. Ну да. Ну, мы сейчас раскидали патронов. Пойдемте дальше. Надо посмотреть. Уйди от экрана. Спасибо. Не смотри. Так, в 61-й зоне целка. Ну вот. Пошли в 61-ю. А вот мы там, рядом. И там вот пинговать. Терминал сразу на входе. Пингуй. Пинг цел 650. -Т. Пробел тире-ты. Так. Ой, я нашел какой-то шприц, но я его подобрать не могу. А вот и нет. И не бери. Неху колодцы. Да, пинг. Че там? Цел? Мне говорили, что нельзя на улице шприцы поднимать. Есть какой-то. 650. 650, да. Подожди, что за фигня? А, в Д зоне. Пингу. Да-да-да. Я смотрю, как вы там фигурками бегаете по темноте.
Разработчик, а ты с нами? Да, я, блин. А все. Нашли? Нашли. Да, пошли. А ты просто думал, вдруг у тебя микрофон не работает. Так. 53-я зона. Да. Нет, тут ничего уже больше интересного нету. Так, что там у нас? Все нашли? Открыли даже? Не открыли, вставили. Ага, и прокрутили. Ага. Ты медленно вставлял? Блять, очень быстро получилось. А тебе понравилось то, что увидел? Не совсем. Одну турель сюда ставь. Так, сюда? Типа отсюда побегут? Вот. Сюда, ты где? На эту дверь. Ты на где? Эту дверь. А, на этих? Понял. Вот где я стою? Нет. Убери. Ты... Убери. Где я стою? И вот на эту. На дверь. Красную дверь, да? Пошли. Ладно. И куда? X. Разработчик. Я поставил. Со мной. Нет, забери свою. Так подожди. Кому что ставить надо? Мы сейчас пойдем сюда. А, ну да, вот это вот дверка, да, вижу. Выход только один. Блять. Один. Ставит туда турель. Один. Сюда, один, правильно? Да. Вот так вот, типа, прикрывая дверь. Да. Вот. А я заходи, вот сюда на дверь. Заходи. Ага, все хорошо. Сейчас дверь закроется. Это читерство. У меня не забыли, что вот у меня пенная вечеринка есть. Я поставил уже. Нет, где ты? Я не вижу. Молодец. Так. Ты. А, так и ставил, да? А ты ставь вот. Нет, вот сюда вот ставь, ближе к генератору. Блин, сверху хорошо видно все будет. На, я тебе дал там. И прям на дверь кидай гранату. Вот, да. Наконец-таки, блядь. Прям в дверь так, чтобы смачно, да. А теперь прям быстро сюда. Все, давайте пойдем. Сейчас стрелять надо будет. Пока нет. Но возможно. Нет, секунд 30 нет. Да, пока они будут там стоять. Ой, да. Расходимся по этим самым. По Dance Dance Revolution. Стреляли под дверям, непонятно. Они через дверь стреляли. Глюки. Не, так. Еще кто-то один, да? Есть. Все, поднимайтесь. Ну вот, я только один раз стрельнул. И то мимо. Бывает. Не расстраивайся. Мне патроны надо потратить на пистолет, а то вы жадные, мне патроны не даете. Можешь просто так пострелять. Ты на второе оружие, на дубку. О, я амопак нашел. Теперь меня. Подожди, тут что, Виталик? Виталя! Смотрите, там Виталя. У меня теперь есть свой аммопак, так что... Так, ты там, Хикс, осторожней. Виталий, что, я убиваю? А ты сможешь? А может, не надо? Ну, с пистолета. Ну, смогу, конечно, но сейчас заагрю всех. Ну, лучше не надо, да. Пойдем лучше. Пускай Виталий спит. Спят усталые игрушки. Давай, давай. За нами. Ну или куда-нибудь там. Ресурс бокс, что там у нас? Я хочу Виталика расплавить. А, фигня какая-то. Буду бегать с ним. О, там уже тоже понеслась. Ящичек. Все, я Виталия убил.
блять, меня положили. Встречайте. И как тебе пройти, а? Чё там у вас случилось? Не-не-не, нельзя. Подняли? Группа быстрого реагирования прибыла. Четыре, блять. Одного не заметил. Мохнатки. Мохнатки, блин. Так, здесь аккуратно, где-то скаут был. Это американский пионер, да? Так, у меня на турельке три... Нет, подожди. Назад, дред, назад. Ай, так я что? А, это не ты. Ты меня не путай. Ой, вижу. О, красавчик. Ему уже свет попкой. Да. Че там, в какой зоне? 63-й, да? Че нужно? Так, терминал. Подключение. Не терминал, а чемодан. Во, кто сейчас подошел к терминалу? Я. Это наш терминал. А мой терминал. Это этот, что ли? Да, нам от так, него. Чего нам надо найти? От него деф-то надо. Или Хикс, это ты был. Короче, переведите управление, я не программист сегодня. Короче, что это у нас? А, терминал 540. Так. Что там? Серые, зеленые, всякие, блин. Серо-буро-малиновые, господи. Так, пустой. Пингую амапак. А, вижу. Еще пингани. А, вижу. Нашел. Нашел? Ящик нашел. Я не пойму, нам жесткие диски надо искать до сих пор так вручную или что-то потом мы где-то их пинганем. Это был место. А, подожди. Возьми, пожалуйста. У меня нет, у меня амапак, я его никому не отдам. Не даете? Разработчик, подойди ко мне. Так, сейчас подожди, Хикс. А у тебя один или два? Вот я, вот я. Ты не это самое, тут не балуй. Блин, видишь? У тебя один амапак или два? А все. Раздал. Тебе немножко патронов. Ты своим вторым оружием пользуешься, или меня этому на что-нибудь другое. Я им пользуюсь. А что у тебя так мало, маленький расход? Ну потому что там всего 28 патронов было. Ага, так. Блин, я думал, улица. Аптека. Бессмысленная. И всякое там такое. А что вы там, куда вы пошли? Ну я расплавителем расплавил, а полетел туда, блин. У меня, блин, вылез в стиме сообщение. Хикс играет в Deep Rock Galactic. Я аж чуть... Охренел, да? Да. Ну, о, вверх, я просто добавил себе в друзья чувака с ником Хикс из Колумбии, что ли. Да его на расплавителе. У меня есть. Какая-то игра. Такая музыка тревожная заиграла. Так, аптечка. Возьмите ну кто-нибудь мне. Больше здесь нихера нет. Так, сантриган. Пулеметная турель 46, сантриган 49. Так, значит, разработчик. Пошли к терминалу. Разработчик, сейчас я тут найду правильное. Палочки, если кому надо. И себе. И еще кому-нибудь. 67. 64, 69. Так, Хикс, я б тебе отдал. Все? Надо Равону дать аптеку. Че? Я сейчас буду на терминале, мне не стоит. Лучше себя хильте. Ну... Тебя что, не стоит? Сука. У меня
Таит, но лечить меня не стоит. Так, я полечу, брат. Брат. Не, ну если что, на данный момент у меня не стоит. Давайте уже. Это надо лечить. Розу в стакане, блядь. Так, нам какой терминал нужен? Этот? Да я его уже нашел, пошли. А, все? Тогда это пустая комната, здесь ничего больше не надо, да? Блин, дебиль, это ФО, а я не могу понять, в чем прикол, почему у меня постоянно в ОБС выключается микрофон. А это значит, это не ГТФО. Это не ГТФО, это ОБС, мозги ебет у тебя. Он такой раз серенький, типа, и отключено. Я не понимаю, ты что, быстро едешь, что у тебя ОБС нужен? Но это только в ГТФО случается. Ну что, разраб, давай сюда. По эту сторону жизни. Сейчас я... Вот терминал, которого мы будем хуярить. А что будет-то сейчас вообще? То же самое, что и в прошлый раз. Будет быстро программировать, а мы будем отбиваться. Будут аплинки. Так. Дэнс, вот эта хуйня. Откуда враги-то пойдут? Да. Открой карту, посмотри, где двери. Смотри. Держи дверь. Вот дверь. Вот. Нет. Вот дверь. И вот дверь. И вот эту, кстати, закройте. Угу. Смотри, пой... и вот эту закройте. Ща. Зайду с другого пути. Как туда зайти, блядь? Дред, тогда закрывай вот эту. Да, и вот эту. Сейчас. Но она, по-моему, сломанная. А можно расплавить, заплавить нахуй дверь? Нет. Как в Звездных войнах, постреляй по терминалу. Ага. Так, все, пошлите. Ясно, значит здесь, по сути, в нашу комнату-то пробраться-то можно. Там прохода нет, да, получается? Получается, вот здесь. Откройте карту. Вот сюда не пройдешь никак. Хикс, хикс. Выйди, выйди, выйди. Я вот сюда хочу поставить. Ну, да, в принципе, логично. Потому что три прохода в этот проход. Ага. Не, у нас получается два прохода. Откройте два прохода. Карту. У нас вот короче. Проход и вот проход. Да, но вот сюда заходит вот отсюда вот так вот и вот отсюда. Блядь, вот так. Поставить. Они отсюда, они отсюда могут пойти вот здесь. Понятно, да. Ну и так тоже могут. Тогда один на всякий случай стойте со мной. Вместе с турелью, чтобы вот на эту дверь турель одна стояла 100%. Я вот там. Вот на эту дверь, да. Угу. И один стоя стоит со мной. Ты не боишься, если я буду стоять сзади? Так, я наверное есть? Тогда с другой стороны поставлю. В итоге турельки где, да? Вот отсюда. На площадь. Короче, смотрите, один стоит со мной, потому что я буду оплинкать. Ну, периодически давать вам трекер. Двое стоят на левую дверь. Допустим, Хикс и ты, разработчик. Вы стоите на левую дверь. От меня на левую дверь. Угу, как-то так. А Диман будет стоять со мной на двери. Если что, мою жопу прикрывать. Так, я по ту сторону двери поставил. Ну, тогда поставь. Я понял. Угу. А, может быть, надо... А, по ту сторону. 114, 240. Надеюсь, примет кого-то. 95. Угу. Главное, чтобы все вместе в круг станьте, зэки, станьте в круг. А там в конце турель стоит, да, какая-то? Ну все расставили. Вроде да. Я да. Ну, на той стороне комнаты, да. Угу. Так. Так, что тебе нужно? Мне ничего не нужно. Сам разберешься. Конечно. Сука, антидемон был. О, о, начало. Пошла. Пошла. А наша, самая близкая, да. Я, наверное, переставлю дверь, что ли, сюда.
Я сзади смотрю, сзади никого нет, нихуя, блин, вообще что ли? О, а это с другой стороны. Еще пришли? С той стороны, ну, дверь ломать переставляю. Ломали. Вижу. Супер. Разговоров-то было. Хикс или кто-то, Тюрель, заберите. Да. Супер. Это вот вы говорите так, то что, а, разговоров-то было. Это только три оплинка. В пятом раундауне, по-моему, там есть терминал, там 12 оплинков. А мы тогда с Дредом играли тоже, там что-то у нас 5, по-моему, или 6 раз было, помнишь? У меня даже запись есть. Алярма 5 уровня, да. Это даже уже помню. Первые разы. Что там нам других рождения какого-то за прохождение? О, первый, да? Первый раз он не сбывается. Так, я вообще правильно иду? Непонятно, блин. По этой карте. Все двери, блин, расхерачили. Ну, здесь нам уже, в принципе, нахер ничего не надо. Ага. Нам осталось, получается, найти только что? Русские диски. Эй, блин. У меня булка есть, значит идем на главную. Что случилось? Да упал. Я немножко. Упал. Хотел запрыгнуть на фонарь, так, а там зона, ну, короче. Ну подлечись, а мы пак. Угу. Так, что там у нас? Ой, амапак, никому не дам. Не даете, я никому не дам. Если никто тебе не дает, тебе давал. Что вы там друг другу даете? Да, вот мне тоже вот, очень сильно интересно, блядь. Какие вы любопытные, а? Заплат, они что-то там дают друг другу, блядь. Так, не, дверка. Я, конечно, не прошу. Но очень интересно, да? Но очень интересно. Блин, все двери расхерачили. Кто здесь? Что за алкоголики здесь живут? Да, девушка любит народ. Второй аларм. Так, как чё? Все сели, нахуя? Не понял. Второй аларм, говорю. Ух. Так. Мне эти слова как? Чё там ставить-то надо? Тревога вторая. Турель ладно, ставить. Ладно, ура, там. Ну, как и в первый раз, в общем-то, получается, да? Приблизительно. Ну здесь, ладно. По-моему, да, здесь простой второй аларм, не кластер. Угу. Это кто так дверь? А, все понял. Это в прошлый раз. Гуськом, серьезно, вы что гоните? Куда пойдут, блядь? Слева. Осторожно, Тюрель, постарал, Хикс, не нагибнись. Тюрель. А, Сесури-то. Ох, сколько народ-то побежало. Сесури-то, блядь. Оба народ, блядь. Ничего страшного. Ну, сейчас пизда. Ай, патроны. Так, ну что там еще, все? Хорошо. Оба народ. О, отлично. Виталик? Да, все? Был. Был. Турель. Наконец-то мы пришли.
наконец-то что-нибудь, что-то новенькое. Что за зона? 34, да? Да, здесь 34-35. А, пинг. Так. Сейчас. Да это нет, Диман, это все оставшиеся, они здесь. 34-35. Нихуя себе, ты откуда тут взялся? Зона, да. Амупак прошел. А? Амупак прошел. О, тебе уже два. Да. Возьмет кто-нибудь, кому надо? А теперь я буду брать, да? Видите, где находится? Хоп, блять, вовремя мы его ёбнули. Что там, ну, папа дорого обошёл. Вот, какой-то Black Box, блять. Ну, все забрали. Честно. Так. Давайте посмотрим, кому нужны. Дрэндл. Хикс, ты себе сам примени этот. Да. Это 75% хер просышь какой. Не, нахер этот фонарь нужен. Как это, одно из самых бесполезных вещей, которые в этой игре. Большой фонарь? Мощный фонарь? Да. Моя любимая. Дай нам знак, блядь. Дима Масленник. Я Дима Масленникова не смотрю. Какие-то у вас... Да он что-то в последнее время как-то это... Сдал. Да. Ну, блять, хули ебать, 16 да лям, же... хули нет. Он же этот, фрик грёбаный. Я вам там посветил, вам помогла. Лампочка, блять. Кто там лазит? Барахольщик. Так, зона 34F. Штука. Рефил пас. Третий класс аларма. Обычный аларм или класс? Кто-нибудь рефилку? Рефилка кому-то нужна? Рефилка? Нет. Чего рефилка? Вот, Сентриган? Я тут стою. Да, нужна. Ну, места нет, я бы взял рефилку, но у меня нет места. Так сразу бы я дал бы. Жесткий. Вот, так она там лежит, в ящике. Ну. Фанат Брюс Ли забрал я. Окей, фанат Брюс Ли. Кто такой фанат Брюс Ли? Брэндон. Братишка Брэндона. Все такое... Бля, жалко пацана. Да? Да вообще. Успех ушел, как бы, хоть и не смешно. Что там, 35-я зона, да? Зона. Без резона. А не телес. 32. Блядь, Дред, ты где, ебаный урод? Да здесь я, что тут? Что ты рухаешься? Друг от друга бегают, блядь. По кругу. Спасибо. Так, откуда вы пойдете, сволочи? Они либо оттуда, либо вот куда поставил Хикс. Оттуда это, а, типа, либо из дальних дверей, да? Да, с ближней, хуй знает. Ни разу не были. Ну, короче, тогда я поставлю вот так. Ну нахер, тогда я прямо вот так вот поставлю. Просто центр-то, если что, мы можем отбить. Сами. А вот то, что вот так вот турель поставили, это хуёво. Вот эту вот. Какое? Потому что если здесь будет... Дальняя метки, слишком? Она будет простреливать. Нет, вот эту вот. Вот это. Какое? Она по нам сразу... будет стрелять, если будут точки нам здесь. Нахуя... А, точки? Здесь будут точки? Тут, да. Тут же дверь. Dance Revolution, как обычно. Фух. Бля, разработчик, оставь её, короче, пока. Я когда да, метку я дам. Понял, да. Нет, я когда метку дам, тогда поставим. Пошли к двери.
Пойдемте, да. Кикс, блять, нахуй ты ползешь? Я тебе специально нервирую. Так, откуда, блять, не вижу. Туда, туда, туда пошло. Да. Сзади пошли. Не в ту сторону, маленько. Так, что это у нас? Птица, уходи, справа, справа. Все, еще одна? Да. Прям внутри рельки. Эй. В смысле, все, что ли? Всем привет, друзья. С вами только Дмитрий Куплинов. Да что ж вы там каких-то Валер. Людей непонятных. Ты сказал хе-хей. Я успел поставить эту дверь. Кого там даунили? Не, Хикс неправильно. Надо вот так. Хе-хей, всем привет. Ладно, встретимся в следующих игрушках, ребят. Всем пока. Подписывайтесь на паблик, на канал, на телеграм, на твиттер, инстаграм, комментируйте, ставьте лайки. Всем до следующей встречи, ребятушки. Всем пока. Сука, какие мы дебилы. Чё вы рекламируете непонятного чувака? Да-да, вообще, ну нейм какой-то. Кто такой? Лучше как этот говорить, Якубович, как там? Всем добра, любви, здоровья на эти коротенькие 7 дней. Я нашёл ещё один бит. Всем бобра. Я тут нашёл. А? А, так ещё. Спасибо, Хикс. 5 из 6. Запинали вдвоем. Ага. Где еще можно тянуть? Туда нельзя. Терминал. А все, 6 из 6. Ага. Ну нет, там же 8 было. Вот 7. 6 из 6. Какой 8? Это куда идти, если 8? Ой-ой. Рефилка. Разорался, блять. Палку, все, пошлите на точку выхода. Больше делать нехер. Она тебя сожрет. Оу-оу. И это, блядь, а ты... Граната пенная. На вечеринке. А где точка-то? Она как-нибудь обозначена? Е, да? Вот эта хуйня, блядь, что-то. Ну, вон, ромбик зеленый у тебя на карте. А тут можно от сердечного приступа помереть? Нет. Не, уже пульс 121. Это нормально. КП. Инсульт не стуканет. От чего? От игры, блядь. Да, бля, я потерялся. А? Я тоже, блядь. Пойдем вместе. Лофатка. Материться, блядь. Ну, короче, пока вы идете, я, наверное, это сканирование пройду уже, да? Да. Хотя не факт, блядь, я сам потерялся. Бля, пиздец. Блин, а, тут ну... идешь по этой карте, и внезапно стенка там, где показывают, вроде проход есть. Не говори. Ну все, пацаны, было приятно с вами поиграть. Блять, я опять домой. Не туда. Ща, подожди. Ёпаный-то по голове, ну что ж такое-то, а? Так. Бежишь, думаешь, не буду я смотреть на карту, но... Разрабда. Ай, эй, подожди, что за... Спасибо большое. Называется Uber. Да.
Блять, а второстепенку не прошли, а почему? Как это не прошли? Не прошли. А что там надо было сделать-то? Все вместе вернуться. Блять, а там не три ли терминала было? Наверное. А мы только два прошли. Нормально. Ну, ладно, главное закрыть. Главное закрыли их усни. Типа того, да. Ух, да. Ну что, дорогие товарищи, спасибо за то, что были с нами. Лайки, подписки, шар, донаты. Рейвен канал, Хикс канал, мой канал. Подписываемся. Заходим на дискорды там и прочие ресурсы. Подписывайтесь, у него ничего нет. Ну да, да. Ждем, пока появится. Я готов. Че, вы готовы? Ладно. А куда ты готов? На этот раз все. Да не будь.